Тиана, созданная четырьмя богами, тысячи лет процветала под их правлением. Четверо ушли из этого мира и завещали хранить Картиану, королю Ракану и четырем повелителям. Каждые 400 лет наступает время великого излома. И только Ракан и повелители удерживают мир от разрушения. Минули тысячи лет. Ракан и повелители забыли свое предназначение. И в Картиане настали смутные времена. На изломе эпох Алар-завоеватель идет войной на короля Ракана. Завоевателя поддерживает повелитель ветра и открывает ворота неприступной столицы. Но наследника короля спасает повелитель скал, укрывая его в священном городе Агарис. 400 лет Раканы в изгнании, а узурпаторы на королевском троне. Но легенда гласит, власть Аларов будет длиться 400 лет. И вот повелитель скал Огдал поднимает мятеж, но погибает от меча повелителя ветра Алва. Лишившись вождя, мятежники бегут, и только род повелителей молний Эпине защищает отступающую армию. В бою гибнут все, кроме младшего Робера. Этерна. Часть первая.